Рамзан Кадыров отреагировал на сожжение Корана в Москве. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал в своем телеграм-канале на видео сожжения Корана в Москве. Он назвал это визитной карточкой и инструментом западных либеральных провокаторов. В ближайшее время личность провокатора будет установлена, он понесет заслуженное наказание, написал он. По словам Кадырова, он держит связь со специалистами ФСБ, отслеживающие цифровые следы распространителей роликов в сети. Работают и мои специалисты. Мэрия Москвы также задействовала свои ресурсы, заявил глава Чечни. Он призвал читателей своего канала не поддаваться на провокации, не выдвигать ошибочных версий и теорий и не выплескивать эмоции в сеть. Я занимаюсь этим вопросом и обещаю, что поиски этого провокатора не будут прекращены, закончил обращение он. Ранее учительница из Подмосковья пожаловалась Рамзану Кадырову на угрозы от родителей школьника. Пишите свое мнение в комментариях, ну а мы будем следить за новостями.